Сегодня у нас замечательный день. Сегодня первый день весны. День, который запомнится каждому зрителю, который посетит концерт «Чувство любви» или «Сентимента де море». Этот день посвящен итальянской мировой классике. Также будут различные композиторы, также будут различные певцы. Будет труба звучать красиво, будет скрипка мелодично звучать. И поэтому я хотела бы, чтобы все эти люди, которые пришли на наш концерт, они смогли насладиться этой музыкой, чтобы каждый из них, вот этот кусочек любви, огонек, понес свой дом, чтобы это было как наслаждение у них дома, и чтобы они провели этот год великолепно. Год начинается с Нового года, но также он начинается с весны. Поэтому сегодня это очень важный момент, когда для них, для всех людей, кто приобрел эти билеты по льготным ценам, произойдет чудо. Будут петь звезды Ла Скала, народный артист России Юрий Розум. Будет великолепно звучать скрипка и труба. И самое главное, что 24 апреля мы всех зрителей ждем в Большом концертном зале «Космос» на мультимедийном шоу, музыкальном литературном спектакле «Прокофьев. Энергия любви». Торжественный благотворительный вечер, посвященный 125-летию Сергея Сергеевича Прокофьева. Я надеюсь, что все эти зрители смогут получить достойную оценку наших певцов и смогут действительно ощутить редкое звучание голосов, которые здесь, в культурном центре ЗИЛ, на нашей сцене сегодня будет исполнять Федерико Лепре, тенор.